Там, где сон или я за моря, там, где меньше этажей, там, где тень гуляет по ночам, мысли прячет в твоей голове. Руби якоря, это новая, новая земля. Руби якоря, это новый ты, новый ты, новый я. Плавит лед в бокале равнодушно ром, и никто не скажет, наливай еще. Я запомню каждый разговор, даже если было ни о чем. Руби якоря, это новая, новая земля. Руби якоря, это новый ты, новый ты, новый я. Сегодня в гостях у «Утреннего экспресса» группа «Плюс 5» по Гринвичу, Светлана Черепанова, Артур Красильников и Владимир Лазнуха. Так что мы вам передаем привет. Спасибо большое за это классное музыкальное настроение с утра пораньше. Мы знаем, что будет благотворительный концерт, и все вырученные средства пойдут как раз на детский хоспис, правильно? Да, подробностями предстоящего концерта с нами сегодня поделится руководитель промо-отдела концертного холдинга «Телеклуб Групп» Анастасия Войтович. А также президент благотворительного фонда «Первый детский хоспис» в Свердловской области Марина Сенаторова. Доброе утро. Доброе утро. Поделитесь с нами вообще информацией, как появилась такая идея создать этот концерт. Слушайте, ну теория 5-7 рукопожатий, она в благотворительности очень хорошо работает. Оказались общие знакомые с ребятами из Тюбик-клуба, оказались общие музыкальные пристрастия и много общего на тему благотворительности. Поэтому, когда мы попросили телеклуб каким-то образом поучаствовать в нашей благотворительной деятельности, они с удовольствием согласились. Сколько рукопожатий из 7 вы использовали? 3. 3. О, у вас осталось еще 4. А чем можно помочь хоспису детскому? Ну вообще, в чем нуждается сейчас хоспис? Ну вообще, хоспис — это такое особое место.
нужно понимать его философию, нужно понимать, что это достаточно тяжелое место. Поэтому нуждается хоспис во многом. Мы стараемся делать все, чтобы было очень уютно там, и чтобы и пациентам, и родителям детского хосписа было хорошо, они ни в чем не нуждались. Поэтому мы нуждаемся и в волонтерах, и в финансовых средствах для того, чтобы создавать этот уют. Волонтеров для того, чтобы проводить мастер-классы у нас для мам и для детей. Ну и много всего у нас, много очень разных проектов. Про нас можно узнать в интернете, просто набрав первый детский хоспис Свердловской области, и про все наши проекты там прочитать. Мы понимаем, что в концерте будут принимать участие разные музыканты. Расскажите чуть подробнее вообще про тех, кто согласился принять участие. Кто эти музыканты? Тут я сначала вопрос, наверное. Да, я сначала, наверное, вообще начну с того, что для нас это не первая история, когда мы благотворительностью какой-то занимаемся, потому что, вот сейчас расскажу, потому что немногие знают, например, на обоих наших площадках и в телеклубе, и в клубе «Фабрика» действуют специальные условия, например, для людей с особыми потребностями, то есть можно бесплатно смотреть концерт из VIP-зоны, можно заходить с отдельного входа, наш сотрудник будет встречать. Кроме того, сопровождающий всегда проходит бесплатно людей с инвалидностью. И многие другие вот есть специальные условия. Например, мы помогаем также детям из детских домов, предоставляем билеты вот как раз детским домам на наши различные представления. Не только концерты, но и театральные и так далее. И что еще хочу сказать, что вот с фондом Ройзмана мы довольно давно сотрудничаем. Помогаем детям с редкими генетическими заболеваниями. А в данном случае решили вот 19 июня на благотворительном вечере 100% средств направить именно на помощь детскому хоспису. И собрали такие группы, которые, как нам кажется, доступным и понятным языком нашей молодежной аудитории смогут рассказать о таких важных человеческих проблемах. И будут как раз-таки группы «Море-гор», которые уже несколько раз входили в десятку лучших по версии Indie Music Awards, группа вот «Плюс 5 по Гринвичу», которую вы сегодня слышали, а также группа «Anything Helps», лидер которой, кстати говоря, учился вокалу в Калифорнии, в Голливуде. Вот. И будет также группа «Pine Ridge», которая известна тем, что издавалась на лейблах иностранных, европейских, виниловыми тиражами. Поэтому это такая музыка, как мне кажется, вот музыка сверстников и земляков наших зрителей, которая сможет донести до них вот эти важные человеческие проблемы. Ну вот мы уже поговорили про наших музыкантов. Вы как легко и быстро согласились на то, чтобы принять участие в этом концерте? Мы практически сразу согласились. Одни из первых. Да, уточнив только, что все члены коллектива могут, никто никуда не уезжает. Их еще даже не позвали, они уже были согласны. Ну, это же отлично, на самом деле, ради благотворительности, когда все готовы помогать. У вас есть сейчас классная возможность наших телезрителей пригласить на этот концерт, когда будет, рассказывайте все подробности. 19 июня в клубе «С» в 19:00. Приходите, самое главное, что сумма, та, которую вы тратите на билет, это и есть сумма пожертвования. Никаких дополнительных взносов не будет. То есть вы можете помочь сегодня детскому хоспису просто тем, что вы любите музыку. Поэтому приходите и слушайте. Наслаждайтесь концертом, музыкой, музыкантами. А все деньги пойдут на благотворительность. И да, делайте еще добрые дела. Тепло. Вам огромное спасибо за добрые дела, за то, что вы заглянули к нам. А с ребятами мы не прощаемся. Они еще обязательно сегодня порадуют нас музыкально. Да, ведь? Пришел за тобой, зверь. Расскажи мне про свой гнев. Я с ноги открываю дверь. Я на раз раскрываю блеф. И мне снится океан. Где-то
смиренным океаном. И оттаяли киты. Потушили свой ожог. И добился это ты. Подали мои корабли, мои корабли. А нас не слушали, а нам не верили. Твои короли, твои короли. О-о-о. А ночь вешала гирлянды фонарей. Твои короли, твои короли. Плевали, думали, пускали по миру. Мои корабли, мои корабли. О-о-о. А ночь вешала гирлянды фонарей. А соль все же дождалась. Рассветы, о чем они поют, что снится тебе на том краю, плюс пять. Твой крутит сидером, какой сейчас считаешь дом, а ее волосы пахнут радугой. Я глаза я бы пазлы складывал, и открылся двери сразу бы на ее пути. А ее волосы пахнут радугой, я в глаза эту пазлы складывал, и открыл все двери сразу бы на ее пути. Белели кометы, маяки меняли минуты на звонки. По ветру все гнали паруса, пока я им не рассказал, что ее волосы пахнут радугой, ее глаза я в опасный складывал, и открыл все двери сразу.